Всем привет, ребята! Наконец-то я начал свой летсплей по арку. Я долго к этому готовился, так как это мой первый летсплей, поэтому строго, пожалуйста, не судите. Ну а играть мы будем на классик серверах, которые открылись недавно. Почему мне нравится классик? Потому что он мне напоминает старый арк, когда все игроки строились где угодно, не строились в пещерах и так далее. Ну, короче, погнали. Так, гамочка немного снизим вот так. Так. Точим кулаки. Так, мы будем готовы к любому ПВП. И здесь вы меня, наверное, спросите, откуда у тебя 100-й уровень? Как только классики открылись, я сразу же начал играть. Создал себе племя, играл с друзьями и... Ну, ПВПшился, рейдил. И поднял себе так уровень. Вот, кстати, флешбеки интересные. Сквозь болото убегаем. И стамины нету еще. Ой-ой-ой, там змея. О, дроп фиолетовый. Дроп фиолетовый, дай мне лут. Давай, поднимись, давай. А. Он с ободкой еще. Тут значит усиленный дроп. Опа. Моё. 69 брони на стегом. Это очень классно. Этот принт, ну, хорошенький, потому что тут максималка-то 75 брони. Раптор. И больше ничего нету. Ладно. Вот тут спавн металла. Тогда домик мне нужно построить примерно вот тут. Thank you.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Троддон — это очень плохо. Ненавижу троддонов. Печка есть? Санта. Раптор Клаус подарки раздает. А вот он далеко вот. Прямо впереди, далеко сверху. Эй! Лети сюда ко мне, пожалуйста, я тоже хочу подарки. Ладно, вернемся к нашим делам. Все, что нужно уже для дома, есть, для второго. Только я хочу еще скрафтить верстак. На него мне не хватает кожи. Нам нужно найти кого-то мелкого, кто не будет сопротивляться. О, вот, например, ты. Привет. Оп. Оп. А, нет, сначала кровать ставится, я забыл. Кровать поставим вот тут. И уже верстак. Потому что если поставить сначала верстак, на кровати места не хватает. Ну чё, мне уютно. И наконец-то делаем металл кирку. Сейчас как нафармим себе металла. Тонну. О, вот теперь другое дело. Так, теперь нам нужны наркострелы. Скоро еще тухляк будет, и сделаем еще и наркотики. Так, теперь нам нужна подзорная труба. Тут, кстати, спавн кристаллов есть, но так как тут постройки, скорее всего, кристаллов у нас не будет. Нет, ребята, тут пусто, тут ничего нету. Даже металла сверху. Вот там немного металла, но мне кристалл нужен. Опа! Там база. Сейчас посмотрим. Ух. Ну, это неплохой рейд, я бы сказал. Опа, вот, кстати, еще и птера. Какого-то уровня? Пожалуйста, 100+. Опа, опа. Какого он уровня? 5-й. Отлично. Лучший птер просто. На этой карте очень редко спавнится хорошая живка. Я обычно приручаю птеров, там аргентавис. Вообще любую живку приручаю либо на карте Рагнарёк, либо на Вальгуэра. Ну, там карта намного больше, и та, и другая. Там большие левела всегда. Перед тем, как мы найдем себе псера, нужно сначала для него седло скрафтить. Так, 75 хитина и кожа. Хорошо. Кожу я нафармлю быстро, но вот хитин... Наверное, я пойду в пещеру. И там уже набью так нормально хитина. Тут пещера есть неподалеку. Опа, подарки. Ребята, подарки. Можешь попробовать взять хотя бы один. Я бы взял. Давайте вот этот заберем. Это очень рискованно, потому что их лутают обычно. Всегда. Другие игроки, но... Я постараюсь хотя бы этот взять. Где там подарок? Вот он. Готово. Тут еще подарок неподалеку должен быть. Хочу его тоже залутать. Потому что дроп тут очень хороший. Там турели! Короче, я так и не нашел второй подарок. К сожалению. Но хотя бы первый нафармили. Так, грудак. Ну, он так себе. Ну, хотя бы получили вот... Хобби найс. Короче, вот эту фигню получили и уголь получили. Ну а что с ними делать, я вам покажу
когда найду гача Клауса. Вроде бы тут где-то гулял один гача Клаус. Неподалеку, сейчас найду его. Тут даже два, отлично. Три, отлично. Значит, даете гача Клаусе, например, или уголь, или вот эту фигню. Это лучше, конечно. Можно сразу всем дать, чтобы было побыстрее. Раз. Давай. Ой, тут середина гуляет. Три. Вот, он, значит, кушает и дропает вот такие вот кристаллы. Значит, в этом ивенте, вот именно в этом зимнем ивенте, где есть Раптор Клаус и Гача Клаус, то кормите, короче, гачу вот этими, либо углем, либо вот этим. И если, например, вы кормите углем, то шанс выводения белого кристалла примерно, ну, 70%. А если кормите вот, вот этой штукой, то почти шанс 100%, что вам выпадет хороший кристалл, то есть синий. Бывают синие кристаллы и белые кристаллы. Синий кристалл — это хороший шмот, а белый кристалл — это вам какие-то ивентские штучки, там скины разные. Лучше всего, конечно, открывать их уже дома, потому что когда открываете, то вам может, например, выпасть, ну, дробовик, например, который там весит, ну, 10 веса, например, или 20, там сколько у него. Поэтому лучше фармить кристаллы сразу, открывать их уже дома. Когда вы кормите их углем, то почти всегда падают белые кристаллы. Вот так все собрал. Вот, пожалуйста, кристаллы, которые мы получили всего лишь с одного подарка. И сейчас мы их откроем. Сейчас давайте домой. Где наша хатка? Вот она. И открываем. Что-то там какой-то замес. Раптор напал на гачу. Ну-ка, оставь Клауса в покое. Все, я тебя спас. Чтобы потом не давал хорошие подарки. Сначала белые, синенькие оставлю пока что. Напоследок. Подарок. Это всего лишь скид, к сожалению. Так, с подарками, значит, мы можем просто их поставить, чтобы, ну так, типа для красоты. Либо их можно же сразу открыть. Так, на Е нажимаем и открываем. И получаем солому, волокно и вот такие вот еще штучки, которые дают синие кристаллы. Это, кстати, конфетки. Это та же история, как и в Хэллоуине и в других ивентах. Это эту конфетку, например, даете своему птеру или своему питомцу. И дает плюс, вот там написано плюс 10% к скорости. А вот это тоже можно, например, поставить на домик, чтобы было красиво. Но это больше для, сказал бы, для PvE контента. Типа там красиво, некрасиво. А вот для PvP, вот, например, я играю PvP всегда. Я предпочитаю просто разрушить и получить вот еще вот таких вот штучек, чтобы потом их дать гаче. И чтобы нам не дропнуло синий кристалл. Итак, у нас получилось еще вот 8 вот таких штучек. Таких конфеток. Давайте их будем называть конфетками. Конфетки для гачи, вот так. А давайте теперь откроем синие кристаллы. Оп. Каменный топор. Так себе, опа. Штанишки хорошие, лучше, чем у меня. Вот так. О, еще лучше, отлично. Ну, 400 прочки, это уже хорошо. Это супер. Гача, 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 где ты? И оп. А, и главное, всегда давайте гачи по одной. А то многие могут поставить, например, по 2, по 3, или вообще все там 50 штук, например. И она все съест сразу. Поэтому всегда ставьте именно по одной. Это мое. Спасибо.
Елку также можно поставить возле своего домика. Тоже красивая елка, кстати, сейчас покажу. Вот, например, вот поставить. Тут вот такой подарочек поставить. Это, конечно, красиво, но это все-таки PvP. Многие могут просто разрушить все это, поэтому я лучше сам это сделаю. И заберу еще конфетки. Еще 6 получили. Все, больше нету белых кристаллов. Наконец-то. Вот, синие кристальчики пошли. Наконец-то. Давайте их побыстрее откроем. Момент истины. Хорошо. Отлично. Идеально. Ну, хорошо. Давайте еще крудак. Дайте мне крудак, пожалуйста. Ну, ладно. Ну, я бы сказал, неплохо. Это всего лишь, ну, от одного подарка. Это считай, ну, образно говоря, это все с одного подарка. Я думаю, пора уже в секвойный лес. За птером, за хорошим. Хотя бы сотый уровень, сотый плюс. Полетели! И Чибик за мной тоже. Чисто по скрипту так. Так, нам срочно нужен кристалл, чтобы сделать подзорку. А на этой горе, если ее не застроили, то спавн кристаллов должен быть. Там застроено что-то. Биотурели там есть. О, все, 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 кристалл есть. А что там за база, интересно, что там? Биотурели это... Не боюсь. Так, турели обычные, но они лопнутые. Это что, зарейдженная база? Да, ее зарейдили. Я постоянно вот так привык чекать, потому что в PvP я уже долго. И советую каждому вот так, ну, постоянно так, когда вы просто идете или просто куда-то бежите, постоянно через К вот смотрите. Это очень эффективно, очень классно. На птеры. 25-й, это не сойдет. 50-й. Нет. 10-й. Этот туман еще мешает. 95-й. 10-й, ну, наверное, его. Да, давайте 95-го. Так, шипы, шипы. Раз. Кормить мы его, конечно, будем праймом, чтобы он быстрее встал и еще был, ну, большим уровнем. Ну, а пока что, может быть, еще есть птеры какие-то. 130-й рядом был! Нет. Назад. А что такое? Я не нуб, я умею вообще-то играть. Надо мной издевается этот псер. Вот так. Так, парацератерии рядом есть. Присутствует рядом парацератерии. Опа. О, хотя бы один прайм, но все равно это маловато. Что-то мне кажется, мы птера на обычном мясе поднимем. Хотя бы один прайм. Пожалуйста. О! Может два? Ну, с птером уже можно намного больше нафармить прайма. Бочка, когда крутится, то сразу по 2-3 прайма набивает. Ой. Кстати, когда приручаем, всегда собираем, потому что я не люблю, когда сервер лагает. А обычно сервер лагает из-за того, что построек очень много, и люди за собой не убирают. Поэтому всегда за собой убирайте. Так, ну, как я и думал, перевес.
Сделаем пока что временный шкафчик. И там вещи свои ставим. Где он там? Шкафчик. А вот он. Давайте вот прямо вот серо поставим. Вот тут. Вот тут. Пин-кодик. Так, нужно еще пара цератерий. Вот он. Левел. Ууу, нет. Я его очень долго буду убивать. Очень долго. Так, сейчас проверим. Ну, я думаю, он с четырех притамится уже. А с трех притомился. Муфаса. Опа. Челик. Челик. Может, я очень сильно рискую, но я реально хочу ПВП. Где он? А вот он. Он уже далеко. Ну ладно, все, оставим его. Так, ну у нас уже два псира, но где мы их будем хранить? Я не буду строить для них дом, поэтому нужно сгонять за краеподами. Это значит, нам нужно в зиму за полимером. Там для краепода, что там нужно для краепода? Значит, металл нужен, полимер, нефть, кристалл, кожа, волокно. Сейчас полетим на псире, который побольше левелом в зимку. Этого оставим тут. Нам, в принципе, нужно, ну, 20 полимера хватает, но я думаю, нафармлю 40, может быть, 50. Сделаю сразу, ну, 6 или 8 краеподов. Может, веса не хватить на полимер. Там еще нефть нужно добыть. Опа, база у нас какая-то. БТС. Зарейдженная? Нет, слушай, не зарейдженная. Так ее же можно зарейдить сверху, сверху ничего нету. Давайте-ка прокачаемся немного. Точнее, не мы, а птиры больше прокачаем. Сразу выносливость. Может быть, еще и веса немного. С плюс 12 уровней, может больше. О, нормально. Вот уже летать приятнее намного. Опа, вот они, пингвинчики. Ой, промах. Полимер фармится, кстати, с дубинки. Вот дубинка прямо хорошо фармит полимер. Думаю, еще одного пингвинчика прификачим. И хватит, я думаю. А, вот они, вот. Вот они. Маленькие, красивые, мы хорошие. Опа. Ух, пулемеры набрали нормально. Сотку, наверное, нефти еще. Может быть, больше. 150 примерно, наверное, на фарме. Чтобы не было. Ой-ой-ой, карнотавр. Все, 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 ухожу. До свидания. Дерево в воздухе просто тарк. Нормально. Дропчик падает. Опа, тут чел? Чел! О, жарко. Факел это реально имба, вот. Потому что это огонь, он вообще сквозь бронь фигачит. Поэтому даже железников, то есть, можно на изи просто убивать. Слушайте, ну псера я не буду его убивать, я...
Не знаю, я не хочу убивать, я просто его, наверное, оглушу. Может, у меня просто седло хорошее есть, и мало ли там может быть даже лут неплохой будет. Необычное седло. Ну ладно, я даже не буду дропать все. То есть я не люблю, когда люди дропают просто так вещи. Так, ну, крайпод уже нам подарил. Это уже отлично. Опа. Это все убираем. Еще база, что тут баз много. Вот об этом я и говорил. Вот обожаю просто такой арк. Когда раньше люди не строились в пещерах, то есть строились в обычных местах. И даже рейдить, я думаю, интереснее так в обычных местах, чем постоянно одни пещеры рейдить. То есть на обычных хофах, то есть постоянно одни пещеры, все одно и то же, одна и та же тактика, черепахи и все такое. А тут уже по-другому, поинтереснее. Вот вы как считаете, вот как лучше, вот как сейчас, с моногармами, там, пауками и всем этим, или как было раньше? Так, синенький луч с обводкой. Обводка это хорошо. Это признак того, что, скорее всего, будет какой-то хороший принт. Да, хороший принт. Ладно. Луча не видно ни одного. Есть такой еще лайфхак. Обычно все играют с гаммой 3. Если, например, нужно срочно найти луч, то просто ставите гамму 1. А вот, вот, например, один луч, второй луч. Третий луч. Сразу видно, где лучи. Так, тут рискованно, потому что тут капразухи эти гуляют. Если хотя бы один попадется и схватит меня, то все. У меня нету крюков кошек, чтобы избавиться от него. Все, забираем. Это выбрасываем соломку, нам не нужно. А, у меня крюки есть все-таки, я даже не заметил. Так, ну, крайпод у нас имеются. Я думаю, для первой серии хватит. Сейчас дам я быстренько... А, хотя нет, нет, стоп. Я же так базу на ночь не оставлю, потому что мало ли там зарейдит все-таки. Нам нужно еще приручить Пурлопию. Это по-любому. Потому что если вы соло-игрок, то строить базы большие вообще нет смысла. Вас ночью зарейдить или днем, неважно, в онлайне или в офлайне, вас зарейдить по-любому. Поэтому вещи нужно хранить, ну, в надежном месте. А Пурлопия это, ну, как по мне, очень надежно. А вот, кстати, и Пурлопия. Ой, хорошо. Мистер, ко мне, пожалуйста. Он вроде бы на балласы не реагирует, да? Да, он не реагирует на балласы. Да, хорошо. Пожалуйста, поди, а? Он уже красный. Упал. Отлично, упал. Готов. А я вам не покажу, где его спрячу, не покажу, где мой лут будет храниться. Мало ли там стрим-снайперы. Какие там стрим-снайперы? У меня даже одного косаря подписчиков нет. Так, ну чё? Самое главное, Пурлопию сейчас накину. Птерчика моего красивого. Давайте его назовем как-то. Как же его называть? Короче, напишите в комментарии, как назвать этого птера. Ну, он реально красивый, такой синенький, ну, напоминает снег, как будто, не знаю, зиму напоминает. У меня вот такая ассоциация, реально. Напишите в комментарии, как его назвать. Вот так, все ставим. Если они зарейдят, не знаю, кто они, но кто-то, то большого лута не видать. А тут у нас чисто металл. Ну чё, весь лут спрятан. Вот и первая серия моего летсплея подошла к концу. Надеюсь, вам понравилось. Напишите об этом в комментариях, понравилось, не понравилось. Я все, как всегда, читаю. Каждый комментарий все читаю. Поэтому, да, спасибо вам большое за просмотр. И увидимся с вами в следующей серии. Короче, только-только ушел, только уже хотел уже...
Короче, на меня напали, вот прямо, вот когда я уже прощался, вот решил посмотреть, как там дела у металла, и вот, на меня чел напал просто. Он весь металл мой заберет сейчас, нужно его убить. Вот же люди, не дают мне просто закончить серию. Сейчас, сейчас, если он еще там, то... Его тут нету, да? Готов. Ну это бомж, у него 64-й Миша, то есть это приручить за очень быстро. Просто то, что он прямо вынес, прямо все, ничего не оставил, даже еще пытался меня убить, я пытался с ним поговорить, это вне записи. То он никак не среагировал, просто начал меня это, ну, гасить, поэтому сори, но минус, минус Мишка будет. Ну подарки уже не буду, потому что я уже устал. Я уже должен был закончить вообще-то, но этот челик помешал. Ну, короче, спасибо вам, ребята, за просмотр. Это уже реально все. Вот, кстати, подарок недалеко. Ну, ладно, оставим. Увидимся уже в следующей серии. Пока.